Добрый день, дорогие друзья. Сегодня мы находимся в нашей подшефной квартире, которую нас попросили переделать. И я бы хотел сейчас показать уже, какие виды работ у нас сделаны, переделаны. Ну и в процессе, что произошло вот где-то за еще две недели следующие. Как я обещал, буквально сегодня вышло видео о этой квартире, которая как была сделана. Ну и вот сразу начнем давайте с щитка. Коллектор, конечно же, мы уже не смогли сюда сделать, но сделали, по крайней мере, съемные краны. Сделали везде полипропилен. Сделали, конечно же, как я и предполагал, ребята вот разбили вот здесь небольшой кусочек. И как я и предполагал, было резьбовое соединение, даже не пресс. Было все печально. Так, дальше. Сразу хотел бы, наверное, показать в телефоне, как у нас ребята делают сантехнику и, соответственно, опрессовку. То есть холодная вода. Здесь перепаяли горячую воду, отопление. Вот, 470-я. Да, кстати, мы находимся в 470-й сейчас. Вот. Дальше у нас, к этому мы сейчас придем. То есть все отчеты мы получим. О, кстати, замечательно. Вот здесь мы можем сейчас сразу увидеть, что вот это и вот это как раз резьбовые соединения. И на отопление, и на холодную воду. То есть, ну, можете представлять. Я когда разговаривал с нашими заказчиками, просто другими совершенно, и когда мы начали разговаривать на эту тему, я показал фотографии, они говорят, даже человек не особо знающий, не разбирающийся в ремонтах, он говорит, так это же, говорит, ну максимум год, и она потечет. Я говорю, ну да, отопительный сезон пройдет, и все это потечет. А потечет это где? В стяжке. Ну вот. Вот как раз мы этим и занимались. Дальше. Пошлите сейчас те сюжеты, которые мы нашли. Санузел. Только что на телефоне я показывал, как ребята разбили вот это. Для того, чтобы перепаять. Потому что была перепутана холодная и горячая вода. Горячая вода была, получается, здесь. А холодная здесь. То есть это тоже было неправильно, поэтому мы все это переделали. Обратите внимание, вот сейчас уже сделана плиточка. Уже сделана. Когда я рассказывал, вот эти вот три мы перепаяли. Три выхода. Холодная вода, горячая и канализация. И сейчас вот уже вот эту плиточку мы заказали. Пришла она очень быстро. Заказали в Кирамамарацци. Буквально 3 дня она пришла. И мы быстренько доделали свою работу. Сейчас заказали белую, потому что белой тоже нет. Постелили здесь теплые полы. Так, сделано у нас уже сейчас. Здесь уже сделана плиточка. Да, вот так вот мы это все проверяли. То есть это все есть. Что-то я после вчерашних лыж не могу ни согнуться, ни разогнуться. В общем, ребята сделали здесь плоскость. Ну, плиточка, она такие сегментами, поэтому здесь особо держать только плоскость получится. Сейчас вот как раз происходит замер мебели, согласование, перенос розеток, выключателей. То есть все, что сейчас здесь сделано, половина из этого неправильно. И сейчас ТВ вот здесь, надо переносить вот сюда. Плюс везде вот эти вот шлейфовые соединения. Конечно, это ну, дебильно вообще сделано. Уже вывели трассы кондиционера, медь у нас толстая, тоже пошли дальше. Вот как проходят трассы кондиционера и почему я говорил, что вот здесь был выход. Соответственно, вот этот размер радиатора мы смещаем вот сюда и получается
там, где центр должен был быть радиатора, он, получается, был бы смещенный сюда. Поэтому, конечно же, ребята все разбили. Причем, как предыдущий строитель, скажем так, горе-строитель, сделал это все и уже, получается, был как бы сделан черновой ремонт, чтобы получить деньги заказчика. Получается, что теперь черновой ремонт опять заново надо делать частично. Ну, я про стеклохолст и вот эти вот вещи я, конечно, вообще молчу. Вот. Но, тем не менее, нам пришлось вот это все разбивать и теперь все это замораживать. Ну и со временем, конечно же, все это... А сейчас единственный радиатор, который мы поставили в пленочке, он, конечно, греет, то есть хоть какой-то источник тепла для того, чтобы мы могли здесь сделать. Конечно, это не очень хорошо, что он в пленке, но, тем не менее, пришлось. Дальше. Трасса кондиционера тоже заложена. Здесь мы, по крайней мере, уже пошли на опережение. Ставим подрозетники везде. Согласовываем, где, куда, что. А, кстати, забыл сказать, под плиткой уложен тоже везде теплый пол. Внизу тоже сделан. Так, ну, рабочий процесс у нас веселый, плотный. Трасса кондиционера дальше. Немножко мусора уже насобиралось. Все повырезали. И обратите внимание, вот краны, которые стояли. То есть заменить их невозможно было бы. Это паечные, это времянка. Дальше. Обратите внимание, какая использовалась труба. Эта труба, ну, аналоговая. То есть это, ну, максимум Россия наша выпускает. И цена такой трубы там порядка 60 рублей. В принципе, как многие сейчас скажут, а какая разница там? Разница есть и очень большая. Во-первых, цена. Во-вторых, качество. В-третьих, сама работа идет, сама пайка идет максимально качественно. Откуда я знаю? Потому что я это тоже когда-то делал все. Ну, что могу сказать? Ну, не знаю. Вы спрашиваете иногда, почему стоимость, как можно уменьшить стоимость материалов. Вот как раз вот таким способом можно уменьшить стоимость материалов. То есть покупать дешевле, но чем это закончится, это лотерея, никто не знает. Покупать краны, допустим, несъемные, которые выйдут из строя, их можно поменять, а получается паечные. То есть, ну, это, конечно же, все влияет на цену. И когда мы говорим о том, что стоимость 13 тысяч рублей квадратный метр, стоимость материалов, конечно же, мы подразумеваем под этим очень хорошие материалы, потому что, ну, как... Я тоже хочу спать спокойно, так же, как и вы. О стоимости повышения цен. Потому что сейчас будет, в ближайшие несколько дней, будет меняться опять стоимость материалов. Потому что, как я сказал, у нас 13 тысяч рублей. Просто я чуть в смысле сбился. И теперь 13 тысяч рублей опять должны повышать на 20%. Потому что сейчас будет повышаться плитка. Сейчас будет повышаться опять какие-то материалы. То есть, соответственно, вы это все увидите на канале у нас. Сертификаты, какие-то там опять какие-то новые положения, которые там приходят, письма. Мы их очень часто опубликовываем для того, чтобы, скажем, не просто это мои слова, а чтобы еще получить подтверждение письменное, что там завод Кнауф повышает там на 20%, завод такой-то повышает на 30% свою стоимость там чего-то. Потом создается, конечно, искусственный ажиотаж. У нас нет то песка, то штукатурки, то еще чего-то. Ну, в итоге... Малоприятная работа, затягивание сроков и так далее. Причем так, наверное, все. Поэтому Сочи — это отдельный такой вид деятельности, наверное. Потому что здесь с организацией работы очень, конечно, сложновато. Об этом надо тоже думать, понимать. Ну, конечно же, основная масса столкнется с этим.
Друзья, на этом все, наверное. Всего доброго, пока-пока.